купи стабилизатор, купи стабилизатор. Бля, ты сейчас камеру уронишь, будешь мне новую камеру покупать, а не стабилизатор. Если честно, я издалека думал, что это надпись, а это, оказывается, смотрите, искусственная трава, искусственные газоны, буковки такие выпуклые. А у Магнита такой поддержки нету и никогда не будет. Всем привет. Привет. Мы сегодня с вами опять едем на футбол. Сегодня заключительный матч чемпионата ФНЛ. Кубань играет со Спартаком Нальчик. Говорю заключительный, надежде, что он не последний для Кубани вообще в принципе. И в первом дивизионе, ФНЛ в частности. Я думаю, те, кто в теме, меня все поняли. Вот, что едем сейчас на футбол. Еще время до футбола у нас сейчас 11. Начало 12-го, игра в 14. Мы сейчас заедем куда-то с Виталом. Немножко перекусим перед футболом, но без фанатизма. Он за рулем, я не пью уже третью неделю. Себя очень хорошо чувствую, надеюсь, хоть немножко на лицо хоть схуднул после крайнего видео. А я продолжаю бухать и чувствую себя. Молодец. Короче говоря, сейчас что-нибудь перекусим в шашлычной и потом поедем на футбол. Ребят, короче, приехали на улицу Мачуги. Кто знает, краснодарские, кто местный знает. Вот называется Старый город, вот такое от шашлычная. Понятное дело, что самый вкусный шашлык – это который сам себе приготовил. Но вот я советую всем, кто не хочет готовить, а хочет вкусного шашлыка поесть в Краснодаре, это вот этот старый город на Мачуге находится. Вот такая вот. Здесь летники будут, но еще, по-моему, не открылись. Купи стабилизатор, купи стабилизатор. Бля, ты сейчас камеру уронишь, будешь мне новую камеру покупать, а не стабилизатор. Давайте я вам меню покажу. Мы вот выбираем себе шашлычок. Что тут у нас есть? Антрикот свиной 90 рублей. Ребра свиные 80 рублей за 100 грамм. Мякоть свинина 90. Вырезка свиная 110. Так, а я, наверное, буду куриные крылышки, наверное, буду. 70 рублей стоит. Че, ребята, дождались мы наконец-то мяса. Смотрите, какая красота. Жалко, что YouTube не передает запахи. Курочка и... Что там у тебя? Надо так, ребятушки, угощайтесь. Да. Все, приятного аппетита всем. Сейчас покушаем и едем смотреть футбик. Принесли счет. 890 рублей вышло на двоих. Короче, 900 рублей, по 400 рублей, грубо говоря, мягко выражаясь. Че, Виталик, понравился шашлык? Вкусно, вкусно, да, всем рекомендую. Значит, еще, ну, что-то я как будто разрекламировался, как будто они мне деньги платят за это. Вот здесь можно просто заказать с собой на выход, а там в ресторане уже сидишь. Смотрите, новая фишка нашего стадиона вот с этого матча появилась. Написано, добро пожаловать на стадион Кубань, дом футбольного клуба Кубань. Историю этой вывески я недавно прочитал в интернете. Значит, пацаны были в Лондоне на Стэмфорд-Бридж и увидели у футбольного клуба Челси на стадион домашний. Там то же самое написано. И вот они, ну, немножко там скопировали, немножко там свое добавили. Но все равно молодцы, круто смотрится. Андрей, тебе отдельный привет, если ты смотришь это видео. Круто получилось. Если честно, я издалека думал, что это надпись, а это, оказывается, смотрите, искусственная трава, искусственные газоны. Буковки такие выпуклые. Ну, тем более круто смотрится. Два раза молодцы. Ну все, теперь будет людям где фотографироваться перед футболом. Полина, тебе привет, если смотришь это видео. Смотрите, тут еще написано история стадиона. Вместимость 32 800, рекорды 45 тысяч с Динамо Киевом в 80-м году и так далее. На паузу поставьте, почитайте. Сегодня мы пораньше заходим, еще 15 минут до игры уже заходим, чтобы все интересно не пропустить. Что, ребята, вспомнил детство, когда здесь я приходил в детстве на футбол. Садились мы на... Любила сидеть здесь на крайних рядах второго яруса. Вид вообще, конечно, на миллион открывается. Ну, мы сейчас пацанов подождем, мне там вопрос надо у Антоха. Антоха, тебе вопрос, сейчас я тебе задам. И, наверное, спустимся, мы будем между этажей снимать. Там лучше видно и, в принципе, неплохо стоя постоять. Команда уже размялись, уже ушли под трибуну помещения. Но людей мало, если честно. Что-то я ожидал, будет больше.
вообще мало. Мой прогноз 2500 будет, не больше. Ребят, два баннера повесили на пустой восточной трибуне. Один из них посвящен нам, болельщикам. Вон, спасибо, желто-зеленый герой написано. Это для нас, для болельщиков. Баннер нам посвящен. Нальчан ни одного не видно. Никто, походу, не приехал. Джигиты. Джигиты, походу, испугались сюда приехать. Там они смелые. А здесь что-то у них ни одного человека нет. Вы разгали свои голосовые связки, надеюсь, на футбольном фристайле. Конченые. Живой. Судейская бригада в следующем составе. Судя по дыму, судя вы уже это видео, я уже вставил видео в блог. Не ожидал, что так рано и такой красивый гол будет. Не попал у меня. Одним словом, запизделся. Да, заобщался я с человеком. Не матерись. И это. Короче, не снял красивый гол. Но вы его сейчас видели или увидите сейчас. Я его вставлю нарезочку. Очередной опасный момент. Нальчик что-то пока никакой. Наверное, они хотят в ПФЛ вернуться. Туда им и дорога. Забил номер 77-й Владимир. Называется
не забиваешь ты, забиваю тебе. Только что Геннадий вышел, не забил. Тут же контратака. Тащи 2-0. Молодцы. Закончили. Ну, это, я хочу сказать, что нас несколько раз повезло, и несколько раз вратарь нас выручил, несколько раз сами себе попривозили. Ну, а так, можно сказать, уверенно ведут. Но на грани фола могли и пропустить пару раз точно. Перерыв. Мы добываем газ в России. Опасный момент, чуть не забили очередной. Ребят, смотрите, в таких манишках стоят стюарды. Там написано Европа, Лига Европы, короче говоря. Ну что, мечты сбываются. Надеюсь, когда-нибудь эти манишки нам еще пригодятся. Все стоят в таких манишках. Как будто у нас Еврокубок идет. Русские с нерусскими. Матч такой интересный, что нам, блядь, нам есть когда посмотреть в Инстаграм заглянуть. Что-то второй тайм вообще ни о чем. Я как чувствовал, включил камеру. Ворота команды «Спартак» Кальчика. Отметился. Никита. Вместо мяча голову поймал. Громче. Никита. Не успел включить камеру. 3000... Сколько? 96. 3100 человек, короче говоря. Ну, я чуть-чуть не угадал. С 2500 я говорил. Нальчик унижай, уже унизили. 3-0. Димон, Помазанчик сегодня тащит, красавчик. Сколько раз уже сегодня выручил, молодец. В упор расстреливали, но два или три даже. Ребята, у «Магнита» такой поддержки нету и никогда не будет. Лайк вам, ребят. К основному времени матча главный арбитр добавил 2 минуты.
3-1 или 3-0, в принципе, уже большого значения не имеет ни для кого. Но Помазан сегодня заслужил не пропустить, на ноль отыграть. Обидно за одну минуту до окончания сезона статистику себе подпортить. Сейчас посмотрим, может потянет. И вот сегодня его день. Хорошо пробил девяточку. Мяч в ворота команды Кубань забил Амир Башев, номер 9. Сезон окончен, спасибо за внимание. Мяч окончен с победой. Все, до следующего, надеюсь, до следующего сезона в ФНЛ. Сейчас мы еще закончим свою мысль внизу, как обычно. Так, ну что, ребята, футбольный сезон закончился. 2016-2017. Я не знаю, пока турнирную таблицу, на каком там месте Кубань закончила, но я думаю, где-то в семерочке, не ниже. Может, шестые, седьмые. Вот. Ну, был сезон такой неоднозначный. Конечно, больше минусов, чем плюсов. Особо плюсов не вылетели официально. Уже хорошо, я надеюсь, и не официально не вылетят. Останутся на следующий сезон в ФНЛ и будут свой 90-летний юбилей бороться за премьер-лигу, в принципе, как-то так. Ладно, что, спасибо за внимание, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал, и всем пока! Пока. Ребят, ну послесловие, сейчас смотрю ВКонтакте, пишут: «Луч энергия, Мордовия, Сокол, Спартак Нальчик вылетели. Рад за Спартак Нальчик, рад за Луч энергию. Да простят меня владивостокские болельщики, если смотрят. Чтобы Кубани в следующем году к вам туда не летать. И СКА Хабаровск и Енисей будут играть переходные игры. Хотелось бы, чтобы СКА Хабаровск прошел команду премьер-лиги и тут вышел бы в премьерку, а Енисей бы я пожелал бы остаться в ФНЛ по своим каким-то моральным, короче, мыслям. Все, ребят.